Приветствую вас, и первое, что хотел бы сказать, это то, что давайте какой-то конкретный совет по поводу того, как вам поступать, например, терпеть вам поведение мужчины или наоборот уходить, было бы непрофессионально, потому что таким образом мы, я имею в виду эксперты, берем на себя ответственность за вашу жизнь, за вашу судьбу. А это не является правильным, потому что это перекладывает ее на нас, с вас. А решение, которое вам нужно принять, его можете принять только вы, потому что вам нести ответственность за свою жизнь, а не нам. А мы не можем переоценивать свои возможности и диктовать людям, как им жить. Это никто не может. Поэтому конкретный совет давать я вам не буду. Считаю это непрофессионально. Но могу помочь вам с раскрытием определенных элементов вашей ситуации, которые показались мне важными и которые, по моему мнению, могут помочь вам принять правильное решение. Итак. Я понимаю ваши колебания. Я понимаю вашу нерешительность, когда вы говорите, что не можете вот так взять, бросить и перечеркнуть. Я понимаю, что вам не хочется менять свою жизнь вот так вот резко, так вот быстро. Но давайте попробуем записать хотя бы на листке бумаги, что из плюсов вам дает жизнь с мужем. Жизнь почти бесправная. Жизнь под его полным контролем. Без реализации самостоятельно, как личности, как женщина. Только лишь исполнение роли матери. Насколько это вам нравится? И насколько нравится это так ребенку, то есть насколько хорошо это влияет на него. Уверен, что малыш также страдает от этой ситуации, ведь между вами и вашим мужем отношения очень напряженные. И эта напряженность отражается на психике ребенка. Далее. Понятно, что мужчина относится к вам не очень уважительно. Понятно, что мужчина относится к вам в контексте своих потребностей и не думает о ваших интересах. Соответственно, вам необходимо задать вопрос, а вы достойны такого отношения? Вы достойны такой жизни? И ответить себе на него максимально честно. Дальше. Возможно, мужчина не верит в то, что вы и правда уйдете. И потому говорит подобные вещи. Возможно, вы слишком много ему отдавали. Возможно, слишком сильно вы были ему преданы, что он не боится вас потерять. Дело в том, что для мужчины все-таки обязательный элемент страха потерять свою женщину. И не нужно думать, что если вы уйдете, то это будет окончательно и назад дороги нет. Быть может, наоборот, ваш поступок образумит мужчину, даст ему понять, что вы можете уйти, что вы можете совершить волевое решение. И это волевое решение повысит к вам уважение. Пока что, на данный момент, мужчина вас не уважает, мужчина вас не ценит, мужчина не ставит вас ни во что. И это не изменится, понятное дело, само собой и просто так. Это изменится только после ваших действий, после вашего поведения. К сожалению, другого пути нет. И вам нужно спросить, хотите ли вы изменить свою жизнь? Хотите ли вы сделать ее счастливой? Хотите ли вы сделать ее полноценной? И ради чего вы терпите это? Ради чего вы терпите такое отношение мужчин? Терпите удары по самооценке, по гордости, по самолюбию.
что потом оказывает на вас негативное влияние. Вы не являетесь счастливой благодаря отношению мужа. А раз не являетесь счастливой вы, значит не являетесь счастливым и ребенок. Потому что чтобы ребенок был счастлив, ему нужна счастливая мама. И тем самым получается вы вредите ребенку. Хотите ли вы это? И ради чего? Вот эти вопросы вам нужно задать себе. И ответы на них определяют для вас стратегию дальнейшего поведения. И как вам поступить, как вам себя вести, решать только вам. А если вы боитесь чего-то, опасаетесь, за страхами нужно поработать. Потому что страхи влияют на нас лишь тогда, когда мы не знаем, откуда они берутся и что из себя представляют. Понимание их ментально их уничтожает. И убрав свои страхи, вы сможете принять правильное волевое решение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.